Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот сегодня нам Церковь предлагает знакомую нам притчу о сеятеле. И притча обращена ко всем людям, не только к ученикам. Она предваряется словами: когда же собралось множество народу, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. И потом рассказывается о сеятеле, который разбрасывает семя. Одно пало у дороги, другое на каменистом месте, третье пало, где были сорняки, и только на доброй почве семя принесло большой урожай. Конечно, у нас может возникнуть вопрос, что же такое сеятель так неразборчиво сеет. Конечно, все надо сеять только на добрую почву, а зачем же на дорогу все бросать? Я думаю, что это подчеркивает, конечно, щедрость Бога, что слово предлагается всем. Это как бы в продолжение слов Господа, что Отец Небесный повелевает солнцу светить на добрых и злых, и дождь посылает на праведных и неправедных. Вот так же Слово Божие открывается для всех. Все имеют доступ к Нему. И при этом не нужно думать, что это только отдельные люди. Вот это там при пути, этот, который у него на камне сердце, это вот доброе, а это вот в тернии и так далее. Думаю, что все эти и пути, камень, и тернии есть в каждом из нас. В каждом сердце, каждого из нас это есть. У кого-то больше, у кого-то меньше. И поэтому это имеет отношение к притче каждому из нас. Думаю, что когда при пути, то судьба этого семени приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы не уверовали и не спаслись. Конечно, это картина сегодняшнего дня, потому что это не СССР, когда Слово Божие нельзя было ни услышать, ни прочесть, не было ни интернета, ни где-то, так сказать, телепередачи, телеканал «Спас», там, «Союз», прочее, прочее, и «Радио Вера». Вот. Сейчас это действительно везде, но кто-то так, ну, услышал и прошел мимо, и все ушло. Но это в нашем сердце бывает тоже так. Прослышал все, ну, не до этого. Вот. Упавший на камень, Господь разъясняет, эти те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня. И временем веруют, а во время искушения отпадают. Иметь корень – это значит вникать в Писание. Читать внимательно, читать каждый день, даже хорошо знакомый текст, но читать, чтобы действительно это настроение нам передавалось, чтобы Дух Божий, которым писались эти слова, что Он и в наше сердце входил. Читать комментарии, а также участвовать в евангельской группе, как многие участвуют, а кто не участвует, то очень рекомендую, можно узнать, ко мне подойти, я объясню, как это сделать. А без этого, какой-то там есть, вот телепередача идет, а вот после этого другая, а вот тут телеканале какие-то там лекарства, а вот там, сказать, мужскую силу всячески поддержать во всех, так сказать, телеканалах этих, интернет идет и так далее. Вот на это что. Вот. И без этого вот показывают всякие там дорогие часы, оказывается, у патриарха. Вот человек начинает в эту сторону размышлять, почему у него такие часы, ну и прочая чепуха. Вот. Так что, конечно, вот это, эти искушения надо отметать. И надо все-таки внимательно слушать и не тратить время на всякую пустяковую ерунду в интернете. Упавший в тернии, заботам, говорит Господь, заботами, богатством и наслаждением житейским подавляются и не приносят плода. Ну, понятно, что это и у каждого человека. Ну, сейчас мне некогда почитать, некогда помолиться, когда-нибудь потом. А про добрую почву сказаны очень важные слова, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.
доброе сердце, то есть участие в делах милосердия, хотя бы 2-3 часа в день, а хотя бы раз в неделю потратить на какие-то вот помочь к приходе там, пожилым, немощным. Об этом еще будем подробнее говорить, как это сделать дальше. Чисто избегать всякой порнографии, всяких, так сказать, развратных фильмов, прочего-прочего, чего всего, всего вокруг полно. И очень важное приносит плод в терпении. Терпение ваше спасает и души ваши. Очень важное человеческое качество. И вот апостольское чтение, где апостол Павел рассказывает о себе, оно нам дает прекрасный пример, как Павел, восприняв в откровении вот, действительно слово Христа, не от человека услышанное, да, от апостолов, а сам Господь ему проговорил. И вот он что говорит о себе. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей», то есть он был как бы избран, но по заблуждению был неумеренным ревнителем отеческих преданий. «И призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего». То есть тот образ Божий, который заложен в каждом человеке, и в том числе в Павле. «Чтобы я благоставал его язычникам». Это вот действительно такой замечательный вклад Павла, отличающего от других апостолов. Он именно пошел к язычникам, вслед за пошел Петр I, а Павел специально в разные-разные страны путешествовал, именно говоря язычникам об этом откровении Иисуса Христа. И вот что он говорит: «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью», то есть людьми, «и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию», то есть куда-то в пустыню, в уединение, чтобы там все это прочувствовать, все это понять, и это, так сказать, соединить с собой. И взять, и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил в Иерусалим встретиться с Петром. То есть 3 года он сам в себе это все копил, переваривал, и потом только встретился с Петром и согласовал с ним, насколько проповедь его такая же, как и Петра. И, конечно, так оно и было. Они поделили, что Петр будет проповедовать обрезанным, то есть евреям, а Павел пойдет к язычникам. И пробыл у него дней 15. Так что вот нам замечательный пример, какого внимательного отношения к Слову Божию. И не только к Нового Завета, но и Ветхого Завета. Но, конечно, начинать надо с Нового Завета, кто... кого-то близкие еще не читали Евангелие, то посоветую не начинать с Евангелия от Матфея. Там родословие идет, этот человек сразу подумает, ну это так сложно. Вот, а начинать от Марка. И есть очень у нас хорошая книга митрополита Антония Суржского в киоске о Евангелии от Марка, как раз беседы. Он сам обратился через это Евангелие в 14 лет, начал читать, почувствовал, что Господь где-то здесь рядом. Так что для начинающего это слово, может быть, самое будет хорошее. Так что давайте вот внимательно отнестись к слову и отнестись это к себе. Насколько во мне пребывает, так сказать, вот эта дорога и тернии и прочее-прочее, и стараться вот эту добрую почву, которая есть в сердце каждого из нас, чтобы его, так сказать, а вот уделять внимание этой доброй почте, почве ее поливать молитвой, ее, так сказать, снабжать Словом Божиим, чтением, размышлением, а главное – вниманием. Аминь.